Здравствуйте. Проходите. Жизнь Светланы легкой не назовешь. Детство и юность она провела в детском доме. Но, несмотря на ограниченные возможности здоровья, девушка сумела сохранить доброе отношение к жизни. Я люблю общаться. То есть я очень общительный человек. У меня даже если в чужой мир там отправить, все равно там с кем-нибудь свяжусь, научусь там разговаривать и найду контакт любой. Еще в детдоме педагоги обнаружили у девочки вокальный талант. Сцену Светлана полюбила сразу, с удовольствием выступала на всевозможных общественных праздниках. А когда выросла, активность и задор не потеряла. Недавно на краевом конкурсе красоты среди таких же, как она, Светлана победила в номинации «Мисс Вокальность». Я очень такая, ну как, оптимист, то есть на это, и для меня это вообще, то есть... Легко соглашусь, но главное, что это весело, то есть позитивно, главное, что было. Три месяца назад Светлана отправила аудиозапись на шоу «Голос». Выбрала песню Ларисы Долиной «Улыбнись, Россия». Оглянись, Россия, на свою дорогу. Это что-то значит, родина и честь. Вскоре пришел ответ. Кандидатура одобрена. По скайпу с ней бесплатно занимается московский репетитор. Безусловно, Светлане есть над чем работать. Но даже если девушку все-таки пригласят на слепое прослушивание, поехать в Москву не будет возможности. У Светланы нет денег даже на билет. Она просит неравнодушных о помощи. Валерия Усольцева, Андрей Печоркин. Наши новости.